Алексей, где он? А? Я. Заходите сюда. Я вон муфтах, да? Алят муфтах фильбаб. Эш? Эш? Фиш муфтах? فيش هناك كمان مفتاح ياتو ياتو ب ها كل شاي صح اليوم كل شاي فريد Это для детей комната приготовленная. А, тут даже люлька есть. Ну, как можно понять, мы уже приехали. Катя с Висамом еще не доехали со своей семьей. Вот нас никто не встретил. Сказали, я позвонила той девушке, которая должна была нас встретить. Она сказала, что ключи в двери. Заходите, чувствуйте себя как дома. Она приедет через час. Вот. Также нам говорили, что здесь есть бассейн, теплый бассейн, но, как мы видим, теплого бассейна нету. Я не знаю, что они имели в виду. Вот, может быть, вот это они имели в виду, но он не теплый. Мы брали купальники, все такие в расстроенных чувствах маленько. Вот. Тут вот стол есть такой, совместное такое место. Здесь можно сидеть, будет делать аляир, скорее всего, мы так и будем здесь делать. Тут только две свиты. Конечно, если бы было тепло и лето, то классно, когда у вас есть свой бассейн. Нормальный. Летом бы, конечно, было бы здесь круче, чем сейчас. Потому что сейчас у нас дождь, холодно. Ну, ничего страшного. Главное, свежий воздух. Мы, конечно, думали, что бассейн, нам сказали, что бассейн теплый, закрытый. Мы думали, что он закрытый, действительно теплый, но я не думаю. Вообще бассейн закрытый, как будто он не действует, не работает. Ну, непонятно, короче. Сейчас должны подъехать уже Катя. Здесь у них должны быть тоже их ключи. Да, вот они в цветочке. Я им тоже сейчас поставлю. Мангалы есть, кстати, все есть, мы переживали. Катя, по-моему, там привезла мангал. Ну, то же самое. Комната расположена только в другую сторону. Сейчас я им тут свет включу. Похозяйничаю. Кофе есть, сахар, чай. Я ромашковый чай с собой взяла. И сахар, кстати, тоже взяла. И арабский чай, арабский кофе с собой взяла. Такая же комнатка, джакузи, стандарт. Такое вот красивое, кстати, симпатичное вот это вот уголочек, такой кровать. И здесь комната, так, тут душ и комната для деток. Нет, не включила я свет. Такая вот комната, короче, не могу найти, где тут свет включают. А вот. Комната для детей. Так, кошка во двор. Телевизор, мозган, кондиционеры. Все, пошлите, что-нибудь перекусим, а то я есть хочу. Ага. Пойдемте в комнату, знаешь. Хаталь нам лагвы. Мама, нету, не знаю, где Берки Мехумевит.
Вроде бы это, потому что там какие-то мотора. Да? Не знаю, зайка, не знаю. Как это у них тут все работает. Дождь идет, короче. Дождь идет. Надеемся, погодка хоть чуть-чуть станет получше, поприятнее. Я очень на это надеюсь. Ну, а так вообще здесь очень красиво. Район очень красивый, природа очень красивая. Это недалеко от Кеннерета, от озера. Ладно, будем отдыхать, будем ждать Катюшку. Да? Бассейн теплый. Катин муж полез. Мы нет. Ты что, дождь идет? Уйдите с дождя, уйдите с дождя. Уйдите с дождя. Маша, мы сейчас заходим. Тапки уберите, намочите. Дождик, ну подожди чуть-чуть, пускай они покупаются, потом пойдешь. Намочатся тапки, намочатся тапки. Катя, дождь идет. Под этот положи, под этот. То что содержится граната. Ну я, если что, нурофен взяла от температуры. Тепло? Тепло, блин. Слушайте, там ему глубоко. Есть. Даниэль, тепло? Диана, тепло? Не чувствуется, что холодно на улице? Не чувствуется, что холодно на улице? А? Класс? Мама, дай батон. Я. Где у тебя тут свет включается? Нет, я выключила. А тут не включается? Должна, да? По идее как. А ну покладься. Всему тебе кондиционер. Все наши в бассейне купаются, мы с Катюхой решили перекусить немножко, потому что мы самые голодные. Потом у меня ребенок не завтракал. А у меня никто. А, Хусам только завтракал, я ему сделала этот омлет. У меня аналогично. Я думаю, тут нужно выключить, уже очень жарко. Да, выключай, там будет душно. Я в детской. Чайник здесь есть, холодильник здесь есть, микроволновка есть. Ну, в принципе, как и во всех домиках, да? Да. Все очень чистенько, хорошо, нам понравилось. Территория хорошая, конечно, погода немножечко подвела. Если бы не было дождя, пускай будет вот такая погода, такая температура, но чтобы дождя не было, да? Да. Было бы намного легче, лучше. Но все равно в этом есть свой кайф. Так купаться под дождем, когда очень холодно на улице, с горячим. Да, если бы никто потом с температурой не был. Ах, да. Ну, у вас максимум, конечно. У вас максимум тоже каникул. Как он закрывается максимум? Кать, не соображу, как вино закрывается. Все? Нет. Почему не закрылась? Не хорошо. Мы можем чайник закрыть. Во, молодец. Я хочу детей накормить хоть чем-то. А дождь идет, мы сегодня кофе не попьем. Мама, Лазина! Власти, власти, идите в джакузи. Мама, принеси полотенце! Не надо, бегом в комнату! Нет, давай в джакузи, в ужас, трэш, трэш. Адриано! Давай тоже, мань, залезем. На полчасика минут на 20. Вот, Адриан, скорее!
Что, холодная вода? Ну тоже, Хусам. Ну тоже, халас. Только легла и фераску, захляла, блядь. Мы с Катюхой пока и не попали в бассейн, потому что дождь что-то. Мы ждем, пока дождь уменьшится. Такие красивые вот тут. Такое дерево, такие цветы красивые. Прям гроздья цветов. Короче, очень плохо, что нету, мы что-то не нашли, ни тряпки, ни швабры, ничего. Дети туда-сюда бегают, и вот эта вот трава набирает воду. И поэтому весь пол мокрый дома. Ну что ты, чем ты протерла полы? Вот у них тут свой, кстати, мангал есть тоже хороший. Но мы свой тоже привезли. Нигде я не нашла. Может, это будет швабра? Не, нет, это швабра. А, уйди ты от дождя, Кися. Это мой мальчик. Весь мокрый. Пар идет из бассейна прям. Вода горячая. Рами с Даниэлем и с Дианкой играют в какую-то игру, не знаю, что за игра? Маберецев. В чем суть? Смотри, допустим, тебе попадается карточка, и ну, ты кладешь фишечку на него. На и то, чтобы, что у тебя, да, какой тебе овощ, чтобы, хотела сказать, животное, и да? Чтобы выиграть, нужно, чтобы у тебя была линия 4. Чтобы выиграть, нужна линия из 4 таких. А, поняла. А отсюда нужно 3, потому что тут уже как одна. Типа лото, типа лото. Давай, я очень. Мы решили тут немножечко поджарить мяско, перекусить. Вот, кто голодный. И вечером потом уже тоже будем делать шашлычки. Хочется скупаться в бассейне, дождь что-то льет, льет, льет и не перестает. Когда они купались, то не было дождя. Ну так, чуть-чуть капал. А мы сейчас с Катюхой захотели, пока они дождались, пока они все вылезут, искупаются, оденутся. Думаем, и зайдем потихонечку, когда никого не будет. Но нет, дождь идет. Короче, нам здесь очень понравилось, конечно, если бы погода была немножечко получше. Но все равно очень классно. Классно. Кайф в том, что здесь только два домика. Вот этот и вот этот. То есть это рассчитано на две семьи. Никого нет возле нас поблизости. Естественно, бассейн только наш. Это красота, конечно. Нам очень понравилось. Мы сюда обязательно вернемся. Будет такая возможность обязательно.